Всем привет. Короче, чё, лук сделал. Давно хотел. Делал раньше, не получалось. Сейчас сделал, вроде работает. Однозарядный, правда. Ну как? Так-то можно и вторую стрелу зарядить, но вот выстрелить ей уже не получится. Потому что КСП. Короче, я пока не придумал, как многозарядно его сделать. Три версии уже. Три варианта. Даже... Ну да, три варианта. Делал. Все отмел. Так, чтобы им пользоваться, вот так надо сделать. Как и всеми моими крафтами, в общем-то. Потому что я... Не заморачиваюсь на добавление всякого ненужного. Пошли тестить. Так, там мишеньку поставил. Единичку нажимаешь, хоп, и вот так делаешь. Так. Ну как-то вот так примерно. Его надо поставить. Целишься. Тут прицел, конечно, примерный. Очень примерный. Ну да пофиг. И стреляешь. Ну шо, поехали. Почти попал, офигеть, 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 вот. А дальше, так, где-то тут, дальше можно перезарядить его, конечно. Так, нажимаешь, так. И он как бы даже перезаряжается, но правда эта версия плохо перезаряжается, но вот выстрелить уже не получается. Такие дела. Ладно, попробую еще раз. Да. Давай. Как бы вот тут повыгоднее показать-то. Так что ли? Пенчик не попал. Мимо кассы опять. Так, ну-ка. Почему мимо-то? Вроде бы нормально должно быть. Повыше, что ли, сделать? Давай повыше попробуем. Опа! Но она все равно сквозь нее пролетит, даже если попадет. Там же КСП. Вот она почти попал, вообще-то говоря. Но даже если бы попала, она бы все равно в стенку врезалась. Стрела. Ну-ка попробую в воздух просто выстрелить. Поднять. Так. Мало поднял. Что-то как-то вообще мало. И что-то как-то она неправильно полетела. Бывает.
Ладно, давай еще поднимем. Так вот. Да? Или не да? Или еще поднять? А еще поднимем. Вот так. Ну, так уже получше, хотя тоже что-то как-то вроде бы раньше дальше летело. Странно. Сейчас прям вообще-вообще поднял. Хотя даже еще можно чуть-чуть. Так вот, наверное. Пошла гулять. Не, чуть не то. Не то, не то. Надо другую версию загрузить. Сейчас на уток поохотимся. Так, только какой? Вот это что ли? Ну ладно. Так, где утки? Давай. Ути-пути, где утки? Во! Другое дело. То ишь вы тут мне сказочки рассказывать. Но все равно как-то не очень. Не очень далеко, в смысле. Что так медленно поднимается? Не настроил, что ли? Что-нибудь ты забудешь? Ну-ка, давай. Все равно как-то я одним выстрелом, помню, выстрелил, она аж до моря долетела. Тут что-то не хочет. Зараза. Что такое? Хотел на уток поохотиться. Не получится. Не понял. Фигня какая-то. Опять промазал. Ну косой, а, ёптать. Подальше чуть-чуть. Отойдем. И опять промажем. Скорее всего. Стрела вроде не туда летела, она вроде куда-то вот сюда летела. А попала опять в молоко. Что ты? Еще подальше. Это, короче, ну так прилично подальше. Раза в два, наверное. Ну, не, ну да. Может не в два, но в полтора даже больше. Что вы мне на этот скажете? Ну это мимо, однозначно. Хотя ни в чем нельзя быть уверенным. КСП абсолютно. Давай. Натягивай. Выстрел. Давай, 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 давай. Не долетит. Недолет.
Так, ну это тоже, короче, такое же расстояние, но чуть поближе может. Пофиг. Сейчас повыше прицелюсь. Тут как-то вообще странно. Из кабины вид немного не такой, какой должен быть. А может и такой, хрен его знает. Короче, я что-то намудрил тут с этой кабиной. Ее хрен приткнешь. Тут нельзя, чтобы она вот... Ее бы по оси поставить бы прям, но нельзя. Потому что мешать она будет. Я пробовал, короче. Ладно, давай так попробуем. Вот, а так как сейчас она стоит, она кривая, касается. А прицеливаться-то надо как-то. О, во, хорошо, хорошо, давай, давай, давай. Yes, yes, yes. Yes. Почти yes. Почти. Сколько тут, ну, блин, ну метра не хватило, да, ну где-то. Где-то, ну, может, побольше. Ну, это неплохо, потому что тут расстояние, блин, фига себе, смотри. С такого расстояния ты еще попади. Мишень-то даже не видно. Да? Ладно. Ну вот надо, чтобы... Хотя... Давай вот так попробуем. Тут. Давай. Хорошо, хорошо. А, все, попал. Ну, если бы мишень не была непрозрачная, то я бы в девяточку допопал бы. Ну, в десяточку, ладно. Не в яблочко, конечно. Но это уже что-то. Тут по-хорошему, я хотел эту мишень присобачить к стенке. Ее можно присобачить, конечно. Но... лень. Я уже даже ее подготовил для стенного крепления. Вон они, видишь, крепление сзади. Вот, потом передумал. Думаю, ладно, так сойдет. Все равно в стенку будет втыкаться. Но мишень можно прям к стене прикрепить. Сделать вот эту ножку повыше. Воткнуть в землю, а потом разоткнуть. И она, короче, будет, когда падать, она прилипнет к стене. По-моему, так я делал. Ну, или примерно так. Или я колесики делал вообще к ней. Подкатывал ее к стенке. Она прилипала. Все, потом отстегивать. Ну, можно не отстегивать, в принципе. Да пофиг. Еще раз стрельнуть хочу. Так. Сейчас с эпическими видами поиграемся. Оператор. Оператор. Так, а как тут? Так вот. Назад. Ай, тормоза, тормоза. Ну-ка, давай. Фух. Да, тут. Понятно. Сейчас на крышу, сейчас в крышу засандалить попробую. Что получится, интересно. Пип-пип-пип-пип.
Не долет. Не, смотри, долет. Вау, нифига, вот это я снайпер, смотри. С первого раза попал. Клево. Чуть повыше, и можно сюда крафт какой-нибудь поставить, по нему шмалять. Только это. Только крафт должен быть многослойным каким-нибудь. Иначе она сквозь будет пролетать опять собака. И не собака, в смысле, а стрела. Как там сказочки-то? Натянул Иван как-то там тетиву, и улетела стрела за 3-9 земель, куда-то там в лягушку попала. Сейчас так и будет, скорее всего. Ну-ка, где лягушки, царевны? Это что за выстрел такой? Что за срань? Таким луком ни одну лягушку не пристрелишь, ёптать. Фейковый какой-то выстрел был. Ладно. Царевну мне давайте, лягушку. Царевну лягушку мне. Так. Где они водятся? В каких таких местах премудрых? Ага. Что-то не то. Что-то так медленно поднимается. О, господи. Не, что-то не то, погоди-ка. Что-то перекосилось вроде бы. Так, вот что сделать? Что? Не, ребята, все не так. Все не так, ребята. Что-то пошло не так, ребята. Перекос крафта, наверное, случился. Надо перезапускать. Ну, в смысле это. Стартовую площадку. Не, ну это не то, она вон упирается. Стрела упирается, и сейчас опять фейк будет, скорее всего. Ну да. Хотя. Хотя. Ну что ты? Ну что же ты? Ну. А я, короче, понял, нафига я ходить туда буду, чтобы дом перестрелить. Ну, пере. Так. Какая плоскость-то? Вот это что ли? Нет. Сюда. С плоскостями проблемы. Сплошные. Что? Во, так, да? Примерно. Ну да, примерно так. Давай. Хрен знает, что проще. Вывести туда или отсюда стрелять. Ну, не, у меня не предназначен этот лук для таких углов выстрела.
Я его, в общем-то, и не настраивал прицел так, чтобы он сильно задирал башку. Ай, не-не-не-не-не, это не та, не та, не та, не та, не, не та штука. Блин, зарялый. Это не та штука. Давай. На, блин. Ладно, короче, финальный выстрел на удачу. Эх, была не была. Давай, 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 давай. Да. Та-дам, та-дам, та-дам. Удачи при мне. Так, выпьем чарку, йоу. Ладно, пока всем.